Привет, господа, и мы сейчас продолжаем e-mail 2. Давайте с теории. Отдохнем от грамматики. В этом навыке мы просто накапливаем словарный запас. Естественно, что мы не можем изучать сразу все слова, относящиеся к деловому общению. В уроке собраны всего лишь некоторые полезные слова и фразы. Нюансы. E-mail – основной перевод e-mail. Это наиболее прижившийся краткий вариант этого слова в русском языке. Превращение существительных в прилагательные – это очень удобная вещь. Достаточно поставить одно существительное перед другим, чтобы превратить его в прилагательное. При этом в английском прилагательные не изменяются ни по числам, ни по падежам, в отличие от русского. Сравните a text, text, a voice, голос, a message, сообщение, a text, message, текстовое сообщение, 50 text messages, 15 текстовых сообщений, a voice message, голосовое сообщение, a voice messages, two voice, да, там, a phone, телефон, a call, звонок, a phone call, телефонный звонок, after the phone call, после телефонного звонка. Согласитесь, английский намного проще. Голый инфинитив, bare инфинитив. Как мы видели в навыке основа глагола, инфинитив обычно сопровождается частицей to, sleep, спать. Однако в некоторых ситуациях эта частица пропадает, и инфинитив становится голым. I can't sleep, я не могу спать. Такое случается не только после модальных глаголов, но и после некоторых других глаголов тоже. В частности, после конструкции let's, давай, давайте. Let's sleep, давайте спать. Подробнее почитать. Кстати, об этом можно здесь. Let's – повелительная конструкция первого лица и происходит от let us. Подробнее про повелительное наклонение можно читать здесь. Which – союз, который напоминает, что предаточное предложение в вопросе не является само вопросом и не требует инверсии. Where is the pen which I gave you? Где та ручка, которую я тебе давала? To receive, to get, получать. Все смыслы глагола to receive связаны с получением. А вот у глагола to get огромное количество самых разнообразных смыслов и использований, в том числе получать от get, короче, и звучит не так, как так формально, как to receive. Глагол to leave оставлять звучит длиннее, нежели to leave, жить. Но без языкового опыта разницу между, может быть, очень трудно расслышать по смыслу предложения. Many – много и much – много. Many используется с исчисляемыми предметами: коробки, яблоки, бутылки, буханки. А much – с неисчисляемым: вода, хлеб, любовь и так далее. Ну, погнали. I do not like long emails. Я не люблю длинных имейлов. How many emails do you read a week? Как много имейлов ты читаешь в неделю, да? Leave it to me. I will help them. Оставь это мне, я помогу им. How many emails do you read a week? I never check his messages. Я никогда не проверяю его сообщение. You need to check this text. Тебе нужно проверить этот текст. Leave it to me. I will help them. Leave it to me. I will help them. He sends so many text messages. Он отправляет, да? Он посылает так много текстовых
сообщение. I will send them an email. Я пошлю им email. My sister sends me too many text messages. My sister sends me too many text messages. Он посылает так много текстовых сообщений. I will send them an email. I will send them an email. Оставьте мне сообщение, и я вам перезвоню. I will check these emails tomorrow. I will check these emails tomorrow. Я проверю эти имейлы завтра. I want to leave him a message. I want to leave him a message. Оставь это мне, я помогу им. Leave it to me, I will help them. He sends so many text messages. He sends so many text messages. Оставь это мне, я помогу им. Leave it to me. I will help them. Тебе нужно проверить этот текст. You need to check this text. Так, еще два. Отметьте слова числа, да? Numbers. Numbers. I need to talk to you. Поговорить с тобой, да? Let's meet next week. Let's meet next week. Давай. Let's meet there at 5. Let's meet there at 5. Let's add him to your contacts. Давайте добавим его в твои контакты. I will add your address to my contacts. Я добавлю ее адрес в свои контакты. Чё? He has a long email address. He has a long email address. Let's schedule a meeting with them. Давайте назначим встречу с ними. Давайте назначим встречу с ними. Leave your message and your phone number, and I will call you back. Оставь свое сообщение. Ваше сообщение и я вам перезвоню. Я добавлю твой телефонный номер в свои контакты. I want to talk to you. I will schedule a meeting. I want to talk to
you, I, will. Schedule a meeting. Я люблю... Я пошлю ему сообщение с моим телефонным номером. Блин, да что такое? I sent him. Let's meet next week. Let's meet next week. Я хочу поговорить с вами. Я назначу встречу. Didn't we do it for her? Разве мы... Это для нее. I want to talk to you. I will schedule a meeting. I want to talk to you. I will schedule a meeting. Let's meet. I will add your address to my contacts. I will add your address to my contacts. I need to tell to you. Блин, I need to talk to you. Does she know my email address? Does she know my email address? I will add your address to my contacts. Я добавлю твой адрес в свои контакты. Я пошлю ему сообщение с моим телефонным номером. I will send him a message with my phone number. I need to talk to you, to tell без туда. Does she know my email address? She. Does she know my email address? Давайте еще последний. Let's see which text is better. Давайте посмотрим, который текст лучше. He got my email and wrote me an answer. Он получил. Написал мне ответ. I got his message and he got mine. I got his message and he got mine. When I get a message, I send it to Victor. Да, я получаю сообщение, я его Виктору. She receives thousands of emails. Она получает тысячи имейлов. He got my email and wrote me an answer. He got my email and wrote me an answer. I receive 400 emails a week. Я получаю 100s and even thousands of phone calls a day. Мы получаем сотни и даже тысячи телефонных звонков в день. There was one question which I couldn't answer. There was one question which I couldn't answer.
Мы получаем сотни и даже тысячи телефонных звонков в день. We receive hundreds and even thousands of phone calls a day. We receive hundreds and even thousands of phone calls a day. Я получаю сотни имейлов, а он получает тысячи. When I get a message, I send it to Victor. When I get a message, I send it to Victor. Я получил 2000 сообщений в прошлом году. I got 2000 messages last year. I got 2000 messages last year. Был один вопрос, на который я не смог ответить. I get hundreds of emails and he gets thousands. I get hundreds of emails and he gets thousands. Скажи мне, который номер является твоим. Мы получаем сотни и даже тысячи телефонных звонков в день. We receive hundreds and even thousands of phone calls a day. Где та ручка, которую я даже дала тебе вчера? Where is the pen which I got you yesterday? Ой, which I gave. Where is the pen which I gave you yesterday? Так, и последний этот вот, да, что тут непонятно, но мы откроем сегодня. Ладно, это в следующем видео.